Друзья, всем привет! Сегодня будем есть блины и пельмени жареные. Я тут чесночка почистил, это клубничное варенье, а это кетчуп с майонезом. Ну давайте, руками буду по ходу дела есть тогда. Че, вилкой их уже не насадишь, они же такие, чуть-чуть подсухарились. С чесночком. Ходил, сдался, нету. Флюорография. Только на следующий день готово будет. Делали бы сразу же. Удобнее бы было. Мне кажется, по знакомству они сразу сделают. Как думаете? Пельмешки. Пельмешки без спешки. Мне там сегодня в комментариях написали, как будет по-украински не чавкай. Так и будет. Не чавкай. Так вкуснее же. Кто-то не говорит, видать, их устраивает. Кому-то не нравится. Всем же не угодишь, правильно? Свете вот нравится, когда чавкаю. Да, Свет? Хочешь попробовать? А ты хочешь? На. Сегодня я просто, считай, съездил. В больницу зашел. Шмотки сдал. К кабинету подхожу, она: вы куда? Я говорю: туда. Она говорит: ну заходи. Все, я даже 5 минут там не был. И обратно. Съездил на 5 минут, как говорится. Делов-то там, бля. Говорят, в Москве кур дает. Две головки. Почистил все чеснока. Ну, чеснок этот вообще убираем просто с пробега. Чесночок-то вообще вкуснота. Правда, потом воняешь, ходишь. Некоторые без чеснока воняют, правильно? Еще думаю, хлебушка съесть чуть-чуть, что ли. Мы, кстати, сюда блины еще чуть-чуть манки добавили. Ну прям, я добавил 2 столовые ложки. Больше не стал.
чаек. Насчет этого диабета, говорю, блядь. Фу-фу. Насчет сахара я фиг его знает. Чуть теперь сладкое не ешь. Так вроде вспомнишь, да вроде каждый день не ешь. Ну типа чай, сахар. Ну и так еще в продуктах. Везде сахар. А ну я еще когда что-то готовлю. Ну не во все, конечно. Мед ложу. А что от мед? А мед это что? Там тоже типа? Сахар что ли? Погода, блядь, такая на улице вообще беспонтовая. На дорогах вообще все растаяло, блядь. Параша такая вообще жесть. Какая погода, рассказывай. Нормально? Мне некоторые пишут, у них сейчас снега даже не выпало. У нас уже третий раз тает. Вот это, наверное, тоже растает. Что там подписчица? У меня не пишет ничего, которая блины любит больше всего на свете. Ну ладно. Сейчас, как говорится, блинов поедим. Куда что как сделать-то? Да, наверное, это. Варенье жидкое, макать плохо, оно стекает сразу же. Буду так кусать и вареньем заедать. Клубничное варенье. У нас там еще брусника надо сварить потом с яблоками. Да. Все нормально такое варенье-то. Кстати, пили молоко такое, оно это пшеничное или что? Типа не молоко оно называется? Да не помню, короче, как оно называется. Я один раз пробовал, оно такое, кстати, нормально вообще. Его, конечно, не будешь сравнивать там с коровьим, с козьим. У него свой прикол. Но оно такое вообще нормально. Как говорится, четкое. Вкусное. Четыре блинчика себе положил. Маленечко. Червячка замолю сейчас, да и все. Анаконду заморю, да, Свет? Ну, я не знаю, манка не чувствуется, а что она дает, эта манка, я не знаю. Кто-то, наверное, вообще вместо муки одну манку делает, да? Это уже манник какой-то получается. Хотя манник-то, он тоже с мукой же идет.
И с мукой? Делается чуть-чуть же. Нет? Просто манку в кефире замачиваешь и все? Яйца не надо. Напишите, надо в манник муку делать или нет. Или кто как хочет делать. Просто если на... Просто если типа она там нужна, то нужна. А если типа по желанию, то тогда по желанию. Много сахара у меня в крови. Сейчас еще больше станет. Теперь неделю не буду сладко есть. Придется и Свету не целовать, она же тоже сладкая. Во. Как говорится, вкуснота еще та. Ладно, дорогие мои телезрители, ну или просто зрители, да, друзья, товарищи, подруги, братья, сестры, все дела туда-сюда. Всем спасибо, кто меня смотрел, подписывайся на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, друзья, и всем пока!